Да. Здорово. Добрый вечер. Здорово.
играли в лесу. Ей, успех. Так, а чё, кто у нас там хилы? Ну, я один хил, второй хил, кто и кто танки? Танки, плюсните в чат. Ахуя себе. Ну да, 14 какая-то что-то.
Тут куклы работают нормально, именно постаменты. Шрам и холипал, вы знаете, что делать в куклах? Не услышал, тихо очень был. Да. Я не знаю. Окей, смотри, там у тебя будет 4 кнопки. Тебе, по сути, нужно будет использовать по КД первую и третью. Это удары обычные. Четвертая — это костяной щит. Пятый — это таунт. Ты будешь агрессию босса на себя забирать. Нет, я этот самый, я Эршам. Ну правильно, ты это и будешь делать тоже. Будет две куклы. Ты будешь запрыгивать. Там постамент такой будет. Ты будешь подходить к нему и тыкать. Иногда там нужно тыкать по несколько раз, потому что он багается. Ага, понял. Вот. И ты превращаешься в куклу, у тебя будет 5 кнопок. 1 и 3 — это просто обычный удар, их тупо спамишь все время. И когда тебе, ну не знаю, либо вторая кукла будет договоритесь, либо уже там как-то по-другому будем решать, нужно будет перетаунчивать. Смысл в том, что у тебя щит действует 20 секунд, ну и второй куклы тоже 20 секунд. Вам нужно так договориться, чтобы вы 20 секунд вот эти вот танковали и перекидывали, ну не шот, не дан. Правильно, может так делать. Ну, я понял, получается, я так понял, по очереди должен каждый таунтить. 20 секунд один потаунтил, потом переключился, правильно? Да, да, перехватывать между собой. Там еще нужно следить за тем, что кукла будет через, по-моему, 40 секунд исчезать. Вот эти тайминги тоже подгадывать. Там минутка. А, я понял. Я просто за ШП контролил, с ШП там куда меньше, значит. Так, ну теперь надо, надо получается определиться, кто будет первый таунт. Давай я первый, я возьму левую, ты правую. Ну, только... Короче, давайте это не будем, просто хильте меня и все. Ты всех трех заберешь или что? Ну... Ну конечно, он не убьет же. Не, я понял. Сейчас пишут. Где предел? Это именно рыбы или просто стол, типа эти, как их? Стол это Макс ставит за реагенты. Да, вот эту штуку. Сейчас поставлю. Нет, там оно как-то, да, вот так вот. Вот эта штука. Ну она вроде просто хилка, типа. Ну она хп ману регенит. Ну да. Так я там кому-то одному дал. А рыбы у меня нет. Ну рыба только у кулинаров есть, либо вот у Вайда. Берите, ешьте рыбу. Ништяк. То мы как, через Куку или через Вайда? Просто хилить одного танка и бить одного босса. Вот и все. Угу, есть. Я с тебя гроб буду срывать или нет? Нет. Окей. Так я не понял, в чем тут прикол, значит, с этим разувием. Я думал, здесь типа агро у него пока лично как-то работает, из-за этого, типа, с куклами. Дурачься постоянно. Не, просто в слабеньком деле он убивает. А.
вроде в 25-ке, когда были, он вообще агро срывал, постоянно бегал по рейду. Наверное, просто сорвали агро. Чем ты там хилишь? Флешкой, что ли, или чем? Светом небес хилит. Семьсот — это от щита земли. Там меня турбоёжик по 4,5 хилит. Конечно, он получше. У меня мой ШП 204, фулли спеки, криту 15к. Правда, великим исцелением. Ну да. Но я что-то разочаровался немножечко в ДЦ его спекнул. И почувствовал себя заново друидом. Эрдру, блин, в ПБГ. Бегаешь просто, раскидываешь по всем и бежишь вперед. Блин, меня немножко размотал, поднимите. Там лутоните кто-то, да передайте. Мне кажется, или турбоёжик будет лучше танковать, чем Элизабет? А чё, Элизабет будет танковать? Не-не, я в общем... Типа, он же как офтанк, или кто у нас офтанк? Он хил. Ну, а у кого спек был?
у него же был вроде спек. Турбовёжика всех спек. А, понял. Шипа массовая развея. Здесь турбоёжик с инвиза и аниматрончик. Остальные туда. Может, давай аниматрончик туда, там вроде тоже не будет. Да не, хуйня здесь хилить. Здесь два твинка. Так что, я тут остаюсь, да? Кто? Фокс. Сюда, к нам беги, к звезде. А, к звезде? Иду. Там справятся Рога с Ветриком. Хорошо. Все, запускайте. РДД к Солуху становитесь. А Хантер? Не, Хантер, ты будешь бегать вот тоже вот здесь вот, ставить ловушки, замедление. Тут надо стоять всем в центре, вот здесь. И это даст возможность сразу начать дамажить с дальних куч мобов. Потому что пока они идут, они ауешат. Там же вроде смысл в том, чтобы духи не доходили. Ну вот именно. Пока он с той кучи будет до сюда идти, он 5 раз поауешит по рейду. В десятке мы не сдохнем точно. Видишь, он взрывается. Но они разве не возле себя взрываются? Не, там рейнджа больше, по-моему. Надо сейчас проверить. Давай я сейчас стану вот тут. Не дамажит. Все равно. Но мы тут лучше в центре становились стоять. Вот здесь. Для того, чтобы духи типа шли оттуда, тянулись через ловушки всякие, их расстреливали РДД, а милишники сносили все остальные крипов. Ну, понятно, РДД помогали потом. Да я не знаю, они в центре всегда стоят. Ты вот в центре стоишь и сразу в ту кучу можешь стрелять. Ну, десятки, конечно, крипы по 16, это смешно. Ну, ДПС у вас не для десятки. Понятное дело. Там просто крит по 13к вылетает так, типа, средний.
Закрыли Макс, кстати. Да. Какой, сегодня или когда? Ну да, на твинках. Да, да там Дальний Восток шел, там три человека было. Креветка, Апартеус и Настя. Но мне Настя на твинке поставила КД. Ну, не она поставила. Там душнил вы с пугами шли, типа. А где эта КД чекнуть? Вообще сколько она? О, нажимаешь. Потом нажимаешь рейд, нажимаешь информацию. Там, где написано истекло, значит, у тебя нет КД. Там, где написано какое-то количество дней, часов и так далее, значит, у тебя КД есть. Обновляется оно в четверг. Там сильная гильдия? Ну да, сильнее нашей. Ну вайпы на келе в течение часа тоже бывали. Самое смешное с той гильдии, с которой я ушел, мы келя и сапферона закрывали всегда. Но на Лотхибе мы иногда проводили часы просто. Ну просто надо понимать, надо смысл понимать. Не всегда 5 хилов смогут захилить, а иногда 5 хилов смогут захилить. Там же ну я там на Ардруиде хилил. Ну так Ардруид что он сделает за 3 секунды? Буйный рост даст, это 2 тика буйный рост. Не, я танка держал, типа, и еще, ну, мне сказали держать танка, но я еще держал несколько человек. На самом деле, да. Там вот эта вот семечка, которая кидается, она вообще нормально захиливает. Плюс моменталка. Я там танка 40 хп на максимум за эти 3 секунды выносил, еще успел кастовать по 2-3 людям. Ну, так а другие хилы что делают? Ну, хз. Там забавная ситуация была. Там еще Аршам был, которого приходилось тоже хилить. Видишь, везде рейды разные. Да. Ой, а можно я это возьму? Просто у меня эти вообще не зеленые. За эти. Запястья. Ну это. А, запястья? Да, у меня запястья зеленые, блин. Ты а я теперь не надо. Подожди. Я вот думаю насчет этой херни на дух, наверное, другу. Вот эти наручи. Я откажусь, даже мягко. Вот эти наручи, они лучше пойдут по Истухилу и Эрдрухилу. Вот, в первую очередь они должны ему ходить. Ну, если им нужно, ладно. Просто предупредить. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Сейчас баф спадет, подхилимся, ману подресайте. Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте свой гнев попусту! Взращивайте ярость! Скоро вы сможете дать им выход!
Вот, кстати, ты когда дамажишь на совухе, ты во время эклипсов прокидываешь доты эти или нет? Если не спали. Ну, там зависит от приоритета. Если вот, допустим, это гнев, то ты можешь обновить одну или другую дотку. Если, допустим, ну, блять, можно обновить, даже две можно обновить. А так. Если это звездный огонь, то обновлять это будет потеря, как бы. Ну, опять же, если у тебя, допустим, лунный огонь кончился. Наручи кому? Извините, перебью. А, ну, если не нужны, то пошел. Ник. А, Фокс, Джордж Фокс. Перейдите сюда. А, все. Просто где-то видел то, что типа нужно прокидывать хотя бы, ну, чтобы один дот висел. То есть во время звездного огня, звездного, вернее, как он там называется? Звездный огонь, да. Эклипса. Нужно прокидывать лунный огонь, типа во время гнева рой насекомых. И вот нахера прокидывать рой насекомых обязательно, вот это непонятно. Именно в момент, когда у тебя эклипс. Ну, смотря сколько он дамажит. Ну, я не знаю, это ситуативно все. Крит, СПД, чё это за говно? 33 СПД, все это видят? Да. Чё так и должно быть, какая-то санина, блядь. Это жезл. Во всяком случае, это лучше, чем магу. Магу лучше, но. Ну это вообще какому-то хилу. Типа приступ. Ну да. Ну раз у мага статы хуёвые, там можно ему взять. Короче, тут тактика такая. Я не знаю, что мы будем делать без ДПС от турбоёжика, блядь. На, в принципе, хапал-то есть, блядь. Ну, мы делали каким образом? Мы тут оставили двух хилов, и они бегали между собой, менялись. Вот они так и пойдут туда. Эршам с этим... с хапалом туда. Эршам себя хилишь, косты сбиваешь. Косты сбивать есть чем на панели? Есть у тебя? Пронизывающий ветер есть такое? И поставлю. Давай ставь, что удобную кнопочку, чтобы тебе было тыкать и себя хилить. Хапал на него частицу. Ну, блядь, я не знаю, убьет его там, нет, 16 тысяч. Хуй знает. СС-а нету, нахуй. Если он сдохнет, я хуй знаю, что будет. Ну и это, здесь, короче, просто, блядь, ТПС залопа еще. Я хуй знает, зерганете его, нет. Погоди, погоди. Геру надо будет давать. Ну вот, скажешь, когда давать, я дам. Не, ну чё, у нас трое дамажит вроде сильно. Или у нас турбоёжик спекается? Не, там три хила нахуй его спекать. Этот. Короче, Эршам, где ты там? Я тут. На вот эту левую сторону пойдешь туда, но пока не беги туда. Хапал, туда на правую пойдешь. Вот. И это самое. Вот где-то вот здесь. Где-то вот здесь, когда я боссов спулю. Где-то вот здесь будешь стоять, допустим. Боссы пойдут. Дашь Геру и побежишь в свой угол. Угу. Вот. И понял. Поближе к хапалу держись, потому что метров, ну вот, допустим, вот этот вот, то он там. Вот ты, допустим, босс, да, и вот где-то вот на таком расстоянии от босса, чтобы его частица, которая будет висеть на тебе, он по себя будет хилить, и чтобы она на тебя, это, доставала. Ну, рейнджа метров 15-20, да, получается. Ну, частица 50, а у боссов аура еще 50. Короче, если ты два стака будешь славливать, я хуй знает, то тогда просто отбегай и хиль себя сам. Понял, понял. Короче, сводим, я хуй знает, что будет, конечно. Я типа один танк, вот, и здесь мне хилит кто? Тут остается, аниматрончик остается. Вот. Ну, Маша, там, кинешь щиток так по КД, там, покидай щиток на всякий случай. Ладно, проверка. Пойдемся так, все, значит, пиздец. Все в одного встаньте, все в сову.
И надо будет, кстати, да, встать в одну точку сейчас, когда они сойдутся еще вместе. Пуляю, короче. Ну, что-то пошло не так. Шаман. Ну, потому что шаман валенок, блядь. Дальний и правый. Дальний и правый, не понимаешь? Понимаю. Ой, дальний и левый. Я тебе показал, где Геру дать и побежать в угол в дальний. А ты стал и ты стоишь поездка, в ближнем. Да. С нами стоишь и смотришь, как мы вздыхаем. Вот смотри, вот ты не знаешь, что на боссе. Ты в 25-ке был? Да это был, я же на этом. Когда рядом с боссом, который дальний, не стоит никто, он сдает АОЕ и весь рейд падает. Ты это сейчас увидел? Ты вайпнул все. Весь рейд. Все. Вот, теперь ты дашь Геру, у тебя она не в КД? Нет. Вот, ты еще и Геру не дал, просто стоял. Я же говорю, кони сбегутся, дашь Геру. Коди побегут на полпути от пьедестала, даешь Геру и бежишь в свой угол, а ты стоишь и ждешь чего-то. Он прибежал, босс, увидел, что никого у него под ногами нету, и просто сдал АОЕ по рейду. Меня больно пробивали. А еще надо будет себя хилить, а еще выходить из черных луж, а еще нажимать пронизывающий ветер в каст босса тебе. Ну вот, я постараюсь сейчас все это сделать, но на хиле тут вообще первый раз на это такое. Ну вот, сейчас мы, наверное, блядь, не знаю, что мы будем делать, блядь. Где я танка буду брать? И как мы это будем бить? Ну, хочешь он Максуса может взять? Сейчас попробуем. Короче, кстати, у меня, по-моему, на полпути. На полпути. Даю Геру и сваливаю в дальний левый угол. Так? Да я сейчас тебе метку поставлю, не ошибешься. Только надо будет меняться там в курсе. На двух стаках, да, они будут меняться? Ну да. Знаешь, где у тебя стаки появляются? Да, да. Можно с умной гол, да, кого-нибудь поставить? А ты, Элизабет, что, сдох или что? Ну я сдох от той штуки, но все равно больно пробиваю. Короче, ну я все понял, блядь. Ну, такими тинками не захиливается это. Я не знаю, что делать, блядь. И матрончиков танка спекать. И кто тут хилить будет, блядь. Пиздец просто, 2 ДД будут бить, блядь, хуй знает. Ну турбо спекать, а эти еще 3 хила будут делать, хуй сосать? И кто ДПСить будет? Че он РПАЛом? Туда пойдет? С ХПАЛом? Так. Или как? И еще вопрос для уточнения. Вот ветром, да, который поставил, с кого с чего сбивать? Блять, я ж тебе сказал, с босса, блять. У четырех коней, 4 коня это боссы. Вот у дальних коней есть косты, у обоих. Ближние, которые к нам, они ходят, они милики, они не кастуют. Понял, значит дальних только сбивать эти самые. Все. Ну сбивать тебе каст нужно будет того, возле которого ты стоишь. Левый не... будет давать стрелу тьмы, а правый какую-то другую хрень. Короче... Турбо, я хуй знает, в чё тебя спекать, блядь, в танка или в хила, блядь. Во, я на этого босса запятаю. На кого? На взрыв. А у тебя чё, без КД он, что ли? Без КД. И ты ДЦ выживешь на этом, да? Ну я стоял с одной стороны, ДК с другой мы выживаем. А я могу над рулетом постоять, только для минус ДПС тогда будет. Я вообще не ебу, блять, как убивать. На друле я там точно стоял. Вообще спокойно. Короче, аниматрончик, что у тебя в танке там, блять? Ну я хуй знает, тоже сбреет, походу. ДПСа нету столько. 20к. Ну-ка в мишку превратись. Тридцатник есть. Ну, наверное, блять. А туда тогда кого слать, блять?
грубоёжика, блядь. Так это вообще будет ноль просто ДПС. Вы первого хуй зерганёте. Потому что, блядь, кто ДПСить будет? Я Хантер, Сенвиза, задрулю. Прист, маг. Блядь, хуй знает, можешь попробовать. Ну давай, в это, в мишку. Так, чё там? Тридцатник. Короче, вот эту первую. Значит, турбоёжик, давай. Можем еще рыбу покушать, если есть. Будет больше хп. Турбоёжик, давай в хила. Пойдешь туда с хэпалом, с этим горемычным. А то очко будет. А у тебя шмота поди с собой нету, да? Или есть? Я сегодня весь забрал на танк и ни хила, ни беды. Ну так просто пиздец. Хуй знает, блядь. Тащить вагонов надо, блядь. Они же, видишь, блядь, 15к хп, блядь, стычки умирают. Короче. Ваша задача в звездочке. Кто у вас там будет, блядь? Этот. Кто мне, скажи, я тебе, блядь, шаман, ты в этот раз стоишь в звездочке, как белый человек. Твоя задача не уронить аниматрончика. Вот. Я без хила буду стоять в кружке. Ваша задача убить под Герой звездочку и пойти ко мне. Аниматрончик заберет, я пойду скину стаки, приду, заберу. И вы тоже скинетесь с аниматрончиком. И это самое. Придете, добьете. И потом уже два босса останутся. На дальнике турбоежик просто от тебя все зависит. Ты должен захилить этого 16-тысячного хэпала. Хуй знает. Пускай он хуярит, просто себя хилит. Или как, я не знаю. Просто на его частицу и бани, хиль себя там как-нибудь. Вот. Кто из вас где там, я не знаю, хочешь там на ромбике начинай. Вон он на треугольнике стал, иди на ромбик. Все, бля, ну хуй знает, как будете убивать, конечно. Так, а к треугольнику лучше поближе не подходить, да? Он это... РНЖ хилмичный. Я тот раз, блин, просто стычки от него сдох. На треугольнике РДД между собой рейндж 15 метров. Понимаешь? А, между собой, между понял. Между собой. Когда 3 стака накопил, съебался. Пошел, побил ромбик. Вернулся и также посмотрел рейндж, чтобы вокруг тебя никого не было. Это милики, ну сколько там миликов? С инвиза. Не беги на треугольник. Если побежишь бить, то на ромбик. Вот, ну там стаки скинутся, сразу это кружок добивать. Короче, пизду. Давайте просто посмотрим, что будет. Турбоежик. На себя священный щит хулипал, блядь. От флешки ходка будет. Все запускаю. В один фрейм все на звездочке станьте. Шам, подойди, стань ближе к совуху. Ты отходишь куда далеко, киль. Ну, так-то, маг. Уже ты не знаешь, но надо было добить того босса сначала. А, ну мне просто тот да, раз, когда 25 да, ходили, да. Сказали, типа, 2 стака набирается, переходишь к другому. Все. Хорошо, хорошо. Сейчас этот так. Самый, я пойду скину, а ты за своими маг стаками смотри. Сейчас третий повешается, иди скидывай. Моя жизнь принадлежит мне. У меня нет выбора.
я должен повиноваться. Только нахуя маг туда ушел? Ну ладно. Ну, эти стаки скидывают, у меня три. В трусы пойдем, да? Идем в трусы, кто здесь РДД. Не забудьте вернуться в кружок и убить его, как только скинете его стаки сразу. Угу, скинь, Давайте вернемся, добьем. Так, у меня три. У меня нет выбора. Я должен повиноваться. Твоя жизнь принадлежит мне. Да, турбо вытащил нас. У меня нет выбора. Я должен повиноваться. Да он тут не бьет. Ну да это понятно, ну просто, блядь. Шаман еще не побежал, я хуй знает, он бы там себя нами не захилил. Все. Все, осталось хуйня два босса. Миришники ранжу на треугольнике держите. И за стаками следите. В принципе, на Тадиусе, наверное, так же и спекнешься в мишку. А те два похилят. Я хуй знает, как они похилят, конечно. Вообще без понятия. Ну, в принципе, от тебя иннер есть. Там хули хилить, только цепуху считай. Паладин. Смотрим за стаками. Ты говори не паладин, ты говори ник. А то хуй знает, какой паладин. Ну кроме меня там еще один паладин, все. Ну так а у тебя какой ник? Не все же знают. Блять, я турбо, этот нахуй. Твоя жизнь принадлежит мне. А. Ну это Азраил, типа. Элита бет. Элит хабет. Давай меняемся. Твоя жизнь принадлежит мне. Я помню, меня, блядь, гильдию взяли, ну тоже ник ДК Whitefrozen, блядь. Ну хули читать заморачиваются, и просто РЛ такой говорит: ДКшка, ДКшка, ты танчишь здесь, блядь, сука. Блядь, это, блядь, все время жопа горит, когда, типа, дайте по фурику там какой-то там, что-то там такое. Блять, сиди нахуй. Это еще во время пула было, типа, подходи к каждому воину, блять, проверяй его спек. Смотри, у кого там две двуручки. Твоя жизнь принадлежит мне. Да не, к тому, что пока первое время. Потом люди уже когда запоминают, или голос, или ники запоминают. Еще память у людей разная. Меняемся. Твоя жизнь принадлежит мне. Не, вообще, ну типа, когда по нику говорят, сразу понятно, куда хотя бы, там, у кого хилбот есть, что-то еще такое, хоть как-то можно сориентироваться, но, блин, когда там по профетам еще говорят, это вообще... Твоя жизнь принадлежит мне. В смысле, по донам. Или когда 4 друида в рейде говорят: «Бернитесь жреца». Каждый ищет своего жреца какого-то. На трупе же еще не написано, кто там жрец. Пиздец. О, нихуя. Вот это, слышь, нихуя, вот это шапка, ебать. Кайф. На танка же. Ну, а у меня вообще санина какая-то, блядь. А, ну да, там же с шапками беда. Я до сих пор с гладиатором бегаю. Хотя выносливость жопа 162, горит, это блядь. Блядь, хуй знает. Ну, дефа меньше, конечно.
чё, кто шапку-то спиздил? Я ебёшь. Алло. Сосай, ёпты. Нихуя. Кто спиздил, нихуя себе. Холик. Так, секунду. Так. Всё. Тебе надо эта ебаная шапка? Давай мне, бля, ёбана в рот. И вот хуй знает, если вот такие же сокеты поставить. Блядь, там стамины меньше надо. Но зато защиты больше, а нет. Ну хоть парирование с уклонением есть. Чё, паучьи хотите? Ну он простой. Ну, может шмотки поднимем, ДПС вырастет как раз. План вулкан. А чё там хилы? Да, ты ты хуй знает чё, бля, вала ебут. Ты же сказал, что всех сейчас приду. Ты же не один просто. Тотам, тотем, вот, блядь, тотам, нахуй. Всё. На, от ядов. Блядь, понял. Макрос сработал на шамана, блядь, тотам. Да я понял, это по КД это очищение сейчас, блядь, надо разобраться. Не, нет, у тебя тотем есть, снятие ядов. Ну, я хрен знаю, как это. Есть. Всё. Ой, бля, сейчас бы, знаешь, голову какую-то, где есть меткость. Хотя, с этой, с 25-й. Сейчас бы голову там, где нет устойчивости, вот, блядь, вот было бы охуительно, просто бы сказал. Да, на него квест. Просто, блин, на своем дестрике, ну, это понятно, а стой, стреляй, почему я говорю? А на хиле, блин, куда интереснее, поэтому надо всю эту фигню вникать, если что, не извиняй, ничего не так. Первого раза, блин, как-то, ну. Я видел, как интересно, блядь, когда мы легли все, бля, охуеть было интересно. Блин, все, походу, шахтрация. То есть хотя бы ткань. Не знаю, на хиле не засыпаешь, вот это точно мозг катит. Когда дамажишь, стоишь, ты, типа, начинаешь засыпать. Ну вот это именно, три кнопки, на хиле, блин, она... Тут вообще все по-другому на хиле. Когда в это все втянешься, господи, с первого раза. Давайте станем этим. Тугой такой, типа. Сливайте, мне похуй. Вот он вырастет в берсу, босса долго бьете. Гера 25 секунд в откате. Давай Гера, нет? Наверное, на следующем. Да давай, она тут берсы это, у нее вообще откатится есть? На Мексну. Не на Мексну, на эту вдову. Как-то мне. На вдову. Фрау, ну, нахуй не надо на вдову. На Мексну надо. Сейчас откатится и да. Вот давай. Все даю. Плюс если на вдову дашь, то на мекс не получается хуй после чего. Хоть там, конечно, и бить нехуй, но. Кстати, по поводу Геры и Депеса, ты во время Геры даешь звездным огнем только или и по эклипсу все равно? Ну, эклипс это что за хуйня? Это, блядь, затмение. Ну да, затмение. Прок затмение. Тот или тот. А что, по-английски эклипс это затмение? Вообще-то да. Ну да. Ну, да. Прикольно. Митсубиши эклипс. А, блин, кто не знает. Ну, что-то говорят, первый, что-то да. Говорят, что в Гере только надо вот им бить. Затмением, этим, звездным огнем в смысле, во время это, Гера, да? Ну там сами с жуком разберитесь, там дадите корни ему, там я хуй знаю. Смотрите, типа. Я под салом пока что. Шаман похуй под боссом стоит или чё, чуть не вкуриваю? Не, это не сало дал. Это не сало. А меня тут сажать пытаются. Ну понятно, блять, хули.
Так ты иди ко мне, бля. Я чё, километр, блядь, рейндж или что у меня, кому, блядь? Кому ко мне-то? Ну а кто, блядь, хуй в пальто, блядь, говорит, пиздец. Кто танчит вам? Всё. Ага, уведи его просто в Долоран. В следующий я раз знаю. Уведи его в Долоран, блядь. Всё, босса добивайте. Ну а чё вы, ну думайте, ну, блядь. Типа, если бы у меня была ренжа там 100 метров доставать, я бы все там, блядь, через монитор, блядь, своими руками загребущими доставал бы, блядь. Так, конечно, похуй, уводи, блядь, куда хочешь. Ну, видишь, что, блядь, хуярит, холипал, блядь, просто ебашит. Кольцу что-то надо, кольцу, блин, пиздец что-то. Это со словами все. Все нахпало, походу. Хпал, да. Ршам. Кольцо и ршами, блядь. Грудь хпало, блядь. В принципе, она их не пойдет. Я все наровлю это. Эрдру своего надеть нормально. МП5. Да я тоже мечтаю эрдру своего одеть, блядь. Хилю, блядь, первый по ХПСу, блядь. Пиздец, заебался уже, мечтаю. Ну это на Сапфироне, конечно. Ой, блядь, Сапфирон, напоминаю, что так от него. Ты именно на... Вот, типа такой, блин, на хиле прикольно, потом на Сапфироне хилишь, такой, типа, да ну...